идей, которые рушат стены. Вскоре в Украине стартует уже вторая научная конференция Falling Walls Lab Kyiv. Организаторы говорят, это как талант-шоу, но для изобретателей. Проекты в области науки, бизнеса, технологий, культуры и искусства будут оценивать представители институтов, лабораторий и специализированных компаний. Лучшие из конкурсантов отправятся в Берлин, дабы представить разработки уже на всемирном этапе. А те проекты, которые завоюют внимание предпринимателей в Украине, получат необходимую поддержку для дальнейшего продвижения. У нас прекрасная молодежь, хорошо образованная, с замечательными мыслями, идеями. Очень жалко, когда они многие уезжают и реализовывают свой тот потенциал за рубежом. Наша задача, чтобы эти идеи реализовать у нас дома, ну и зона моей ответственности, город Киев, сердце Украины, столица. Я уверен, что все процессы, которые начинаются с Украины, начинаются со столицы, с города Киева.